Взаимовыгодные отношения между Приморским краем и провинцией Ляонин на северо-востоке Китая переживают новый подъем. Совместные планы развития торговых и гуманитарных связей обсудили председатель правительства региона Вера Щербина и первый секретарь комитета КПК провинции господин Хао Пен. Встреча состоялась в административном центре Ляонина, городе Шэньян, где с рабочим визитом находится приморская делегация. Товарооборот Приморского края с Китайской Народной Республикой, он только за прошлый год вырос на 14% и составил 8,6 миллиарда долларов. Это составляет более трети от всего объема внешней торговли всего Дальневосточного федерального округа с Китайской Народной Республикой. Приветствуя приморскую делегацию, господин Хао Пен отметил, что сразу после снятия ковидных ограничений связи между провинцией Ляонин и Приморьем возобновились с новой силой в самых разных сферах – торговле, туризме, культурных и спортивных обменах. Наши совместные проекты постоянно развиваются. Стоит отметить, что с начала прошлого года сотрудничество между Приморским краем и провинцией Ляонин вышло на новый этап. Во время моего прошлого визита в Приморский край мы вместе с Олегом Николаевичем Кожемяко и вами провели переговоры. Мы на месте ощутили, что Приморский край обладает мощной промышленной основой, имеет богатые природные ресурсы и благоприятное географическое положение. Перед нами открыты сегодня широкие перспективы для сотрудничества. Мы способствовали взаимодействию в таких важных проектах, как сотрудничество между портом Ляонин и российскими железными дорогами. А также благодаря нашим совместным усилиям открылось прямое авиасообщение. Председатель правительства Приморского края и председатель народного правительства провинции Ляонин Китайской Народной Республики подписали меморандум об укреплении сотрудничества и дружественных обменах. Рабочая встреча завершилась совместным возложением цветов к мемориалу советским воинам, павшим во время освобождения Шэньяна в 1945 году. Елизавета Драгомирова, Виталина Хомякова. Новости на Восьмом.